Друзья, всем привет! Сегодня тружусь, сегодня большая работа, сегодня и уборка, и покраска. Потихонечку начал уже. Уже по периметру все выкопал. Трава жуткая, сильная. Здесь тоже было все заросшее. Неправильная сборка. Вот это, кстати, мраморная крошка, вот она в чего превращается. Ну и это, там прокладка должна лежать, чтобы не прорастала трава. Ну, вообще, по идее, конечно, заливается полностью плита. Ну, ладно. Ничего, я сейчас буду мыть памятники. Ограду надо зачищать. Да. Потом цоколь надо почистить. И буду красить. Все не так прям это. Нормальная тема. Сегодня тепло. Сегодня жарковато. Так, памятники я помыл. Я их потом еще отполирую, когда буду уходить. Чищу я ножом вот таким. И щеткой. Ограду, я имею в виду. Поехали. Вот эти вот углы. Главное тут все. Раз. Процесс зачищения. Зачищение процесс самый долгий такой. На самом деле, да. Но покраска тоже, извините. Но вот это такой труд. Каждый сантиметр, чтобы... Потом еще обрабатывать будем. Обрабатывать потом. Так, ну что, теперь цоколь надо. Все теперь обрабатываем перед покраской конструкцию. Так, ну что, потихонечку начнем. Я обклеил вот так вот ножки обязательно, да, все я обработал, вот так пакетик настелил, сейчас потихонечку начну красить. О! Очень долго, спина болит, то есть это труд такой реально, красить это, извините меня, да, ну ничего, покрасил, нормально, все хорошо, краска матовая. Накали меня, я ток, я клинок, бербут, надави на меня, потечет сок, бермут. Можешь знать меня, как свет Петербург в небе.